Так сложилось, что в моей детской комнате, у детской кровати, на стене с самого моего рождения висел не коврик, не банальные часики с кукушкой, а самая настоящая географическая карта мира. И получалось так, что я просыпался и вперед видел эту самую карту, и только потом взрослых, которые подходили ко мне. Когда я начал ходить в детсад, а затем в начальные классы, я уже начал, естественно, читать, писать, понимать, что указано на этой карте, ознакомливался со странами, реками, озерами, океанами, понимал уже, где что находится, и уже в третьем-четвертом классе знал столицы всех государств мира, их геополитическое положение, буквально закрытыми глазами рисовал территорию любой страны мира, вплоть до, там, я не знаю, Микронезии, Новой Каледонии или Папуа-Новой Гвинеи. С детства, с самого рождения, эта карта, можно сказать, даже просочилась, что ли, в мою голову. Я ее не изучал. Вот это было такое просачивание, что буквально ребенком я уже наизусть знал всю эту карту мира. И уже более взрослым, конечно же, я зачитывался приключенческими романами Роберта Стивенсона, Новикова Прибоя, Жюли Верна, чтобы познать тайны этих стран, познать культуру, языки разных народов, населяющих нашу планету. А уже когда стал еще более старшим, естественно, мне захотелось увидеть все эти страны своими глазами, не глазами Сенкевича, конечно же, а моими собственными. И я начал грезить о кругосветках. Ну, кругосветка – это удовольствие довольно-таки дорогое, поэтому из года в год посещал, ну, буквально, скажем, 7-8 стран стабильно. И вы знаете, я сделал для себя такое открытие, может быть, будет вам советом. Подкладывайте своим детям с рождения всякие разные яркие географические карты мира, яркие книжки, пусть это будет у его кроватки. Не нужно, я не знаю, заставлять это читать, листать, смотреть. Поверьте моему слову, все это и так просочится. Дети как губка, они впитывают буквально все, что им говоришь, все, что им подкладываешь. Поэтому пусть это будет, и у них обязательно проснется и патриотизм, и любовь к естествознанию, ко всему окружающему миру, природе, животным и так далее. И любовь, естественно, не только к своему, но и другим народам. Они будут с уважением относиться буквально ко всем, и у них уйдет этот дух ненависти, ксенофобии. Просто помяните мое слово и сделайте это. Так вот, вырос и стал, скажем, путешественником, журналистом и путешественником, поэтому мне нравится все эти азы понимать, достигать, писать, рассказывать вам. Я сейчас о том, что сейчас очень много блогеров, можно уже не смотреть на мир глазами Сенкевича, да, можно просто включить тот же YouTube и посмотреть какие-то зарисовки, видеозарисовки блогеров или почитать их. И один из таких блогеров, всем нам известный Александр Лапшин, который посетил Нагорный Карабах в свое время. Азербайджан, естественно, подал в розыск и обратился к Белоруссии, чтобы те передали Лапшина в Азербайджан. Ну, известное было дело, все вы об этом знаете. Так вот, белорусский диктатор Александр Лукашенко взял и выдал блогера Александра Лапшина. Я, честно говоря, изначально не понимал, будь он хоть в Карабахе или в какой-либо там другой стране. Я считаю, что блогеры, журналисты и вообще люди мира, которые хотят
жить, передвигаться по всему свету. Они должны быть свободные, и никто не волен им запрещать куда-то ездить, куда-то не ездить. Это вообще нонсенс. Так вот, белорусский диктатор выдал этого блогера. Он Лапшин, гражданин 3 государств, побывал в азербайджанской тюрьме. Сейчас зомбированные особи этого диктаторского режима, я имею в виду уже Азербайджана, собирают небылицы о Лапшине, пишут всякую ересь о нем, что он якобы извинился перед Алиевым за его посещение Карабаха и прочее. На самом деле ничего такого не было. Но много слов не буду говорить, лучше предоставлю вам мое с ним интервью на путях в прямом смысле. В принципе, состоялось наше интервью там, где и полагается встретиться всем блогерам, всем путешественникам. И это интервью в данный момент я представляю сейчас вашему вниманию. Михаил Геннадьевич, я тебя очень благодарю за нашу дружбу. И вот поверь, что я это ценю. Я отработаю. Спасибо. Так все-таки, почему белорусский батька решил на тебе отработать орден Гейдара Алиева, полученный от Ильхама Алиева? Почему не на ком-то другом? Я думаю, изначально батька был вообще ни при чем. Кто-то из руководства Азербайджана был, видимо, обижен и разозлен на то, что я, будучи в их черном списке, приехал на Формулу-1 в Баку, сделал там абсолютно нормальный, адекватный репортаж. И потом, вернувшись к себе домой уже после всего этого, я написал, что я считаю, что черный список – это глупости, и что черным списком карабахский вопрос не решить. И, видимо, этим я подставил кого-то из руководства силовых структур. Они решили отомстить и, не ставя в известность Ильхама Алиева, провести какую-то такую вот операцию. То есть это было продиктовано не интересами государства, а интересами чьей-то личной мести. Что какой-то из руководителей силовых структур Азербайджана решил отомстить Лапшину, которого, честно говоря, до этого никто не знал. Ну хорошо, там помимо Лапшина в том же Карабахе бывали и другие блогеры, журналисты, которые отделывались только черным списком. Никто не подавал в Интерпол, никто никого не разыскивал. Но в черном списке, а тут вдруг Лапшин. Ну, я думаю, во-первых, они искали человека достаточно известного, чтобы был резонанс, но вместе с тем они прощупывали, чтобы этот человек не имел связи в руководстве, например, России, чтобы это не обернулось большими проблемами для руководства Азербайджана. Угу. Я на эту роль очень хорошо подходил. А что касается Интерпола, кстати, Интерпол тут абсолютно ни при чем. То есть это была ложь Лукашенко, видимо, так ему объяснили его советники, но позже Интерпол делал заявление, что он никогда меня не разыскивал. Но получается, все-таки он отработал орден? Получается, что да. Другое дело, что я считаю, что в данном случае батька отработал хорошо, потому что взамен на списанные кредиты и различные дивиденды, например, то, что они закупили белорусские системы вот эти залпового огня, которые кроме Азербайджана никому не нужны из-за своих плохих технических характеристик, им пришлось купить. То есть батька, по сути дела, подсунул Азербайджану, ну, назовем так, тухлую картошку. И теперь он уже ничем не обязан. Я знаю, что против твоего ареста высказались довольно-таки много политических деятелей в России, за рубежом, даже турецкие. В Азербайджане были какие-то политики, депутаты, парламентарии, которые тоже были против этого ареста? Может, слышал ты что-нибудь? И лично я нет. Я ничего подобного не слышал. Но я думаю, в Азербайджане мы не смогли бы об этом услышать, потому что любой человек, который выскажет мнение, отличное от мнения руководства, он, видимо, окажется в той же тюрьме, где держали меня. Где, кстати, находились такие люди, как бывший замминистр культуры Азербайджана, который был в соседней камере, и один из руководителей Азербайджанской службы госбезопасности тоже находился рядом. То есть Азербайджан – это не та страна, где можно высказывать свое мнение. Но я общался с другими людьми. Например, у меня были разговоры уже после моего освобождения с лидерами азербайджанской оппозиции в Европе. А азербайджанские оппозиционеры говорили прямым текстом, что то, что произошло, это
указала на то, что Ильхам Алиев не контролирует ситуацию в стране, потому что мой арест был против национальных интересов Азербайджана и не только не приблизил возвращение Карабаха, а наоборот отдалил. И, собственно, подорвал позиции страны, ну, скажем так, на мировой арене. А то, что на меня было совершено нападение в последний день, покушение на убийство, Алиев уже подорвал свои собственные позиции и показал, что ну, можно ли вообще вести переговоры с Азербайджаном о том же Карабахе, если Алиев, возможно, не все контролирует и его власть будет только снижаться. А как ты думаешь, сам Ильхам Алиев, он как-то причастен к твоему самоубийству? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что это однозначно против его интересов. И против интересов государства, и против его собственных интересов. Тогда кто это могли быть? То есть эти люди же, получается, тогда против своего президента пошли? Это же тень набрасывает на их же лидера. Азербайджанские оппозиционеры называют имя Рамиза Мехтиева. Это глава президентской администрации Азербайджана. Что это было сделано по команде Рамиза Мехтиева, чтобы скомпрометировать Алиева Пашаева. То есть это внутриклановые разборки. А можно сказать, что это и послужило помилованию? Я думаю, что да. Просто если посмотреть, что меня доставляют в госпиталь в состоянии практически клинической смерти в 8 утра 11 сентября 2017 года, а в 10 утра через 2 часа Ильхам Алиев подписывает помилование. То есть такое впечатление, что он буквально спал, его подняли с постели, ему пришлось принимать решение, что делать дальше. Ты же тоже без сознания был? Конечно. То есть ты очнулся и тебе сказали, что тебя помиловали? Я очнулся уже 13-го, через 2 дня после помилования. В госпитале? Да. Подключенный к приборам в реанимации, и мне сообщили, что он меня помиловал. Угу. Как я понимаю, никакого письма Алиеву ты не писал с извинениями и прочими. А что-нибудь ты отписал Лукашенко? Ну, на Лукашенко мы только написали жалобы в Совет по правам человека ООН, что они меня выдали фактически на растерзание режиму, который известен пытками в отношении заключенных, и, собственно говоря, со мной это и случилось. Но с учетом того, что Беларусь не является членом Совета Европы и не подчиняется Европейскому суду по правам человека, и вообще страна, находящаяся под санкциями, то против них очень мало мер воздействия. А вот достать Азербайджан, как ни странно, гораздо проще. А я знаю, что ты недавно подготовил иск какой-то. Он в ходу, нет? Да. Против кого? Против Азербайджана. А что там говорится в иске? Иск был подан еще в марте 2018 года. Мы обвиняем Азербайджан в покушении на убийство в бакинской тюрьме. И иск был подан в марте 2018 года, и в декабре иск начали рассматривать. То есть началась процедура, которая называется коммуникацией. То есть это наше обвинение, наши доказательства пересылаются в азербайджанский Минюст. Они должны подготовить защиту. И 3 июля вот всего года 2019 азербайджанцы подали свою защиту в Европейский суд в Страсбурге. И в настоящее время, собственно, мы ждем начала уже вот слушаний по этому вопросу. Ну, естественно, что они все это отрицают. Они утверждают, что я сам повесился в тюрьме, чтобы скомпрометировать руководство Азербайджана. Ну, там же нужны какие-то вещественные доказательства, что ли, как повесился, на чем повесился. Как можно было в камере повеситься в одиночную? Вот что-то очень, они предоставляли, нет? Вы очень правильный вопрос поднимаете. Теперь с нашей стороны было 3 независимых судебно-медицинских экспертизы. То есть это экспертиза из Израиля. После того, как меня доставили прямо из реанимации бакинской больницы спецрейсом в Израиль, сразу же с аэропорта меня израильская полиция забрала в центр судебно-криминалистической экспертизы в Тель-Авиве. И они были первые, кто на 12 листах выдали заключение, где написано, что это покушение на убийство, и описывают почему. После этого у нас были российские экспертизы и экспертизы из Нидерландов. И все они сошлись к тому, что это было покушение на убийство, а вовсе не суицид, как заявил такой господин, как Али Гасанов, то есть это, насколько я помню, он пресс-секретарь Ильхама Алиева. Причем, что интересно, они это заявили в тот момент, когда сами еще не провели абсолютно никакого расследования по этому вопросу. То есть 11 сентября 2017 года меня привозят в состояние клинической смерти в госпиталь бакинский, и сразу же через час или через два после того, как я там оказался, они делают заявление, что я пытался повеситься. Но чтобы делать такое заявление, нужно как минимум провести полицейское расследование, которое не проводилось.
Вот. А теперь Азербайджан в качестве обоснования своей позиции, что якобы повесился, прикладывает фотографии какого-то ремня непонятного. Ремня, в принципе, не может быть в тюремной камере, он запрещен, так же, как там нет шнурков. И нету вообще ничего такого, на чем можно повесить. То есть я вспоминаю даже, что я не мог сушить белье нормально. Я у них просил веревочку сушить белье. И мне ее не дали, потому что это не полагается. И я сушил белье, ну, вешая там, например, на ручку там двери или там на угол кровати, что-то такое. А плюс они представили вот такой величины гвоздь, на котором якобы я повесился. То есть они считают, что этот гвоздь бил в бетонную стену камеры, и на нем и повесился. Но, опять же, откуда в камере гвоздь? Мне кажется, они даже не подумали, как они будут в суде утюг, это объяснять. Под утюг подставлять, наверное. Ну, видимо, да. Видимо, да. А мои адвокаты считают, что мы это дело выиграем, весь вопрос только формулировка. То есть мы Азербайджан обвиняем в том, что они совершили покушение на убийство, и обвиняем в этом руководство страны, которые не предприняли ничего, чтобы меня защитить, либо, наоборот, дали команду меня убить. То есть как я остался жив, ну, наверное, это чудо. Но с учетом того, в каком состоянии меня привезли в реанимацию, то есть это кома, клиническая смерть, я так полагаю, что убийцы просто думали, что я умер. То есть они тебя душили? Да, они меня душили. Причем, что я помню из этого всего, они 4 человека забежало в камеру, у них были маски с прорезями для глаз, как у спецназа. Но тут можно задать вопрос, если это были случайные уголовники, то откуда у них ключи от моей камеры? Да? И если у них были ключи от моей камеры, то, видимо, охрана им эти ключи дала. И второе, если они простые уголовники, откуда у них маски спецназа с прорезями для глаз? То есть поэтому я подозреваю, что это были не уголовники, а это были, видимо, ну как это называется, убойная команда в тюрьме, которая занимается убийствами, потом подает это как суицид. У них-то случалось, кстати, в тюрьме регулярно. Там убили еще одного блогера на моей памяти, был такой Мехман Галандаров, азербайджанский блогер, которого они убили и повесили. Он тоже побывал в Карабахе или что там? Нет, что-то это славил, абсолютно обыкновенный нормальный азербайджанский парень. Он просто писал про коррупцию, насколько я помню, то ли в мэрии Баку, то ли там вот, какой-то администрации районной. Угу. Что-то он там такое сделал, что-то он написал в интернете против Алиева, который покрывает все это дело. Они его арестовали. Мы с ним встретились в конце апреля 2017 года. Меня привели на встречу с начальником тюрьмы. И вот привели туда же. И мы просто стояли с руками назад в наручниках возле стенки. И он ко мне обратился. Он сказал, что я вот тоже блогер, что вот я тебя знаю, ты меня, может быть, и нет. И спаси меня, они меня хотят убить. Я помню, я задал вопрос, а вы кто, что? Ну, а как ты узнал, что его все-таки убили? Я узнал, когда меня освободили. То есть это было через полгода после нашей встречи. То есть в апреле мы с ним встретились, он сказал, что его собираются убить. Думаешь, почерк был тот же? Вот это душиловка? Так и было. То есть власти заявили, что он повесился в тюрьме. При том, что за 2 дня до повешения, то есть вот наш разговор был то ли 23, то ли 24 апреля. А если посмотреть выпуски новостей, то 26 или 27 власти заявили, что он повесился через 2 дня после нашей встречи в коридоре. И он не был похож на человека, который собирается покончить с собой. То есть человек такой, ну, патриот Азербайджана, ну, в хорошем смысле этого слова, который говорил, что он борется с беспределом, с коррупцией, он хочет построить новый Азербайджан, что-то такое. Но они его убили. Ну и меня убивали, по сути, тем же методом, во сне, в кровати. Но ты же ведь еще и гражданин Израиля. Да. Насколько я знаю, ну, прямо скажем, человеческим языком, у Азербайджана с Израилем такие отношения в засосах. И тем не менее они арестовывают гражданина Израиля. Как Израиль отреагировал? И первый ли он отреагировал на это? Вообще, какая страна первая отреагировала? Россия, Украина или Израиль? Я бы сказал так, Украина не отреагировала вообще никак. Украина но там хоть не выдала, в отличие от Беларуси. Украина не выдала, потому что дело легло на стол Арсену Авакову. Потому что запрос был подан. Тот тоже выходец из Баку. Ну, собственно, да. Это документы легли на стол Арсену Авакову. Были поданы генпрокурором Азербайджана Закиром Гараловым. Это мы уже знаем, и все эти документы я, собственно, видел. Когда я был в Киеве, определенные люди сфотографировали телефон в генпрокуратуре, и мне дали с ними ознакомиться. Но Украина отказала.
То есть украинцы не захотели лезть в это грязное дело и правильно сделали. Я думаю, дело даже не в личности Арсена Авакова, а просто в том, что Украина — это не Беларусь. Угу. А Порошенко — это все-таки не Лукашенко. А... Россия. Да, Россия. Россия... Отреагировала вперед Израиля или как? Или наоборот? Вот это трудный вопрос. Вообще Израиль отреагировал? Нет? Израиль очень активно отреагировал, но если Россия реагировала скорее открыто, то есть высказывался Лавров, высказывался Песков, представитель президента Путина, и высказывались различные депутаты, и Жириновский, и Москалькова, которая глава комитета по правам человека, и очень многие там депутаты Госдумы, но это было скорее... что-то типа пиар-хода. Я не знаю, что на самом деле предпринимала Россия для моего освобождения, ну, кроме заявлений, что они против моей выдачи и они за мое освобождение. А что касается Израиля, Израиль не делал никаких заявлений, кроме стандартных, которые сделала пресс-служба МИД Израиля о том, что они против моей выдачи Азербайджану и том, что они ведут с Азербайджаном контакты по всевозможным каналам, чтобы предотвратить дальнейшие неприятности. А уже потом, вернувшись домой, я узнал очень многие детали о том, что делал Израиль в этом вопросе. А ситуация была такая. Ну, мы знаем о плотных связях израильской военной элиты с азербайджанцами. Там большие сделки на большие суммы. Это все понятно. Но вместе с тем, как я понял, отряды депутатов израильского Кнессета Азербайджана не рассматривают как стратегического союзника на среднесрочную перспективу. То есть они прекрасно понимают, что этот режим недолговечен. Но пока этот режим существует и пока этот режим заинтересован в лоббировании своих интересов со стороны Израиля и заинтересован в покупке израильского оружия, то Израиль будет с ними работать. Плюс это направлено на работу в отношении Ирана. Ну, мы знаем, какие отношения Израиля с Ираном. И Израиль использует территорию Азербайджана для определенных разведывательных и прочих действий в отношении Исламской Республики. И эти же депутаты мне сказали такую вещь, что, естественно, когда все это случилось, для нас это был удар. То есть Азербайджан, не предупредив никак, не посоветовавшись на уровне спецслужб, они схватили нашего гражданина и создали очень плохой для Израиля прецедент, что можно брать нашего гражданина и фактически ставить какие-то условия. То есть фактически это был шантаж. И Израиль очень опасался, что те враги Израиля, которые есть, а врагов у Израиля достаточно, они просто наблюдают за тем, что будет происходить дальше. И они увидели, что можно схватить израильского гражданина, можно его куда-то вывести, выкупить через коррупционные схемы, держать его в мусульманской тюрьме азербайджанской и еще ставить какие-то условия, что Азербайджан получит взамен на освобождение. То есть Израиль был вот на этом уровне очень недоволен. А что касается израильской военно-промышленной элиты, они, ну, можно сказать, были напуганы, потому что ряд контрактов оказался на грани срыва, потому что одна часть израильской элиты билась за мое освобождение, а другая пыталась сохранить контракты. И была еще позиция Бениамина Нетаньяху, чья власть, собственно, была под вопросом, это дело все шло к выборам. И было понятно, что если Нетаньяху ничего не предпримет, то оппозиция ударит по нему в вопросе Лапшина. Что как, наш человек сидит в какой-то там мусульманской тюрьме, а вы играете в игры, ничего не делаете. Поэтому Нетаньяху назначил переговорщиком по моему вопросу главного инженера компании «Аэронавтикс», которая поставляет Азербайджану боевые дроны. И эта же компания в Гянже строит завод по сбору беспилотников. А скажи, ты служил в израильской армии, буквально знаешь изнутри, гражданин Израиля, знаешь изнутри всю историю этого Палестино-израильского конфликта, все, что там происходит, весь этот территориальный спор. Как ты считаешь, вот происходящее вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном идентично тому, что между Палестиной и Израилем, или это все-таки разные вещи? Ну, в историческом плане это, естественно, очень похоже. То есть Израиль имеет обоснованные исторические претензии на западный берег Иерусалим, это мы знаем из Библии, так же, как Армения имеет все исторические права на Нагорный Карабах. И, кстати, не только Нагорный Карабах, а также вот восточную часть Турции, и Нахичевань и так далее. Но мировое сообщество не признает Карабах частью Армении, как и не признает западный берег и восточный Иерусалим частью Израиля.
И в этом, конечно, ситуация похожа. И я бы сказал, ситуация у Израиля, наверное, даже чуть перспективней. Наверное, в силу того, что, во-первых, у Израиля более мощное лобби и в Европе, и в США. И поэтому, собственно, никто не даст Израилю пропасть. Да? То есть они будут поддерживать конфликт в каком-то таком вот тлеющем состоянии, в котором можно сохранить лицо и тем сторонам, и другим. И второй момент. Геополитическое положение Израиля, оно таково, что сохранение Израиля сильнее, чем его соседи, оно в интересах, опять же, и Европы, и США. Да. То есть это фактически контроль и над Суэцким каналом, и над месторождениями нефти в Персидском заливе, и вот эти все страны вокруг. И в то время, когда Израиль является, ну, в военном плане, по сути, лидером Ближнего Востока, это выгодно всем. Что касается Армении, ну, положение не самое лучшее. Еще и окружена сомнительными тоже окружен более чем сомнительными соседями, и мы знаем, что сейчас происходит. Но армяне говорят, у Израиля есть хоть выход к морю, а у Армении этого нет. Ну, у Швейцарии тоже нет выхода к морю. Я, кстати, всегда говорю так. Тоже аргумент. У очень многих стран Европы, Швейцария, Венгрия, Австрия, там Словакия, Чехия, полным-полно стран, у которых нет выхода к морю. Но каждый мечтал бы жить в этих странах. Но у Швейцарии есть адекватные соседи. Они адекватные последние годы, а если вспомнить, какими были соседи, например, в 1939 году, да. И вспомнить немцев, которые оккупировали Польшу, которые оккупировали Судеты в Чехословакии, там, и так далее. Но, тем не менее, Германия оказалась более, наверное, гуманной страной, она признала свои ошибки и перед евреями, и даже признала геноцид армян, в отличие от Турции. Ну, это правда, но также мы же помним, что Германия признала только по одной причине, потому что они проиграли войну. То есть их фактически поставили на колени, они признали Холокост и преступления против других народов, просто потому что они были раздавлены и уничтожены союзниками и плюс советской армией. А Турция вовремя смогла вывернуться из пакта о сотрудничестве с Гитлером, и в какой-то момент тут же вдруг вот они перевернулись и вдруг стали хорошими. Это их спасло. Скажи, такой вопрос, я знаю, даже если такое было, ты скажешь, такое не было, потому что я всегда говорю, такого не было, когда у меня спрашивают, задают этот же вопрос. Ты много ездишь по разным странам, много у тебя разных виз, ты побывал в азербайджанской тюрьме со стороны Азербайджана или где-то на границах. Были предложения поработать агентом на какие-нибудь спецслужбы? Вот ко мне обращались. Я говорил нет. Я знаю, что и ты говорил нет, если к тебе с таким вопросом подходили. Я бы сказал так. Вот напрямую ко мне никто никогда не обращался поработать. Но, как сказал один умный человек, один из важных чинов в российском ФСБ, с которым я общался, он сказал, все мы на кого-то работаем, просто некоторые об этом не догадываются. И это, кстати, очень умная фраза, потому что очевидно, что для того, чтобы работать на спецслужбы, ты не должен быть полковником ФСБ или там американского ЦРУ. Ты даже не обязан с ними вступать в какой-то контакт и получать инструкции. Я бы сказал, речь немного о другом, что если ты занимаешься определенной общественной деятельностью, наносящей тот или иной вред какому-то государству или какому-то политической силе, и при этом с тобой ничего не случается, и тебя никто не корректирует и не объясняет, что вроток на замок, это в том числе указывает на то, что ты на них работаешь. Просто они тебе не мешают. Они тебе создают комфортные условия, чтобы ты бил дальше врага. Я же к чему подвожу? Меня удивляет, почему в Азербайджане не обратились к тебе с этой просьбой, а начали душить. Интересный Мне кажется, вопрос. Логичнее было бы именно к вопросу подойти именно так. Вот разыграть весь этот спектакль, да, привести Лапшина в Баку, помучить его якобы, да, на прессу поиграть. Вот. А на самом деле вот просто взрастить для себя довольно-таки уже готового, можно сказать, агента, который много ездит, армяне его любят, да. Да и пошлите вы его в Армению, пусть он вообще там сидит и работает у нас. Вот. Был бы я азербайджанцем, я бы, наверное, сделал бы так. Ну, они ничего такого мне не предлагали,
Я даже больше скажу, перед тем, как подать на них в Европейский суд по правам человека, и зная, сколько головной боли это доставит им на всевозможных уровнях, естественно, мои адвокаты обращались к ним и предлагали согласовать это на мировом соглашении, что они признают нападение в тюрьме, выплачивают компенсацию, этот вопрос закрывается. Но они даже не отреагировали. Вообще никак. Хотя, казалось бы, да, самый лучший путь для них – это признать, что на меня было нападение каких-то там уголовников. Ну, мы понимаем, что это были не уголовники, а это были люди, которых послал там, кто-то из руководства, тот же Рамиз Мехтиев. Но это не имеет никакого значения. То есть нашли бы крайних, их бы осудили за нападение Лапшина. Весь мир бы увидел, что насколько справедлив азербайджанский суд, что да, мы его наказали за Карабах, но с другой стороны никто не давал права его душить. И, в общем-то, они бы вывернулись из этой ситуации, если не победителями, то, по крайней мере, в ничью, по крайней мере. Они сейчас на это не пошли. Сейчас у них к тебе есть какие-нибудь претензии? Они на меня завели новое уголовное дело. А теперь за что? А теперь они меня обвиняют в разжигании межнациональной розни и в оскорблениях президента Азербайджана. Причем об этом не сообщил не кто-то, а МИД Израиля. Мне сначала позвонили из МИД Израиля, это было в начале февраля вот этого 2019 года. Они мне сказали, что у них есть информация о том, что Генпрокуратура Азербайджана опять на меня завела уголовные дела и собирается объявить опять в розыск. Потому что та деятельность, которую ты проводишь против них, ты подрываешь фактически основы государства и приводишь к неприятным последствиям. И как мне сказали израильтяне, они через израильское посольство в Баку сигнализируют руководству Израиля, чтобы Израиль как-то на меня подействовал. Потому что то, что я делаю, может ударить по отношениям с Израилем, если Израиль ничего не сделает со мной. После чего мне израильтяне прислали официальное письмо, которое я даже не просил. Они мне сказали, мы тебе пришлем письмо. Я им еще сказал, что, я вас понял, в принципе, письмо не обязательно. Они сказали, нет, а мы все равно пришлем письмо. Я говорю, я правильно вас понял, что я могу с этим письмом сделать все, что я хочу? Они сказали, вы можете делать с письмом все, что вы хотите. После того, как я его получил, я его тут же опубликовал. Это перепечатали все СМИ, что азербайджанцы опять на меня завели дело. Но я так понял, это было недавно, да? В феврале. В феврале. Да. Этого года. Да. Но я так полагаю, уже несколько изучив их менталитет и пообщавшись там с разными людьми в разных странах, которые, назовем их так, которые в теме, они говорят, что вряд ли они это делают, что прямо уж для того, чтобы тебя поймать. Им это нужно скорее для мониторинга того, с кем ты встречаешься, с кем ты общаешься, что ты делаешь. И заведенное уголовное дело позволяет им обращаться к странам, с которыми имеются договора о правовой взаимопомощи, и просить помощи. Ну, например, они обращались в Турцию, и в Турции задержали, можно сказать, нашего с тобой коллегу Сергея Гранкина, это журналист 9 канала израильского телевидения, который летел на конференцию в Астану, который сейчас Нур-Султан. Его задержали в аэропорту Стамбула, во время пересадки отвели в отдельную комнату, и там его допрашивали азербайджанские КГБшники, не турецкие. В Турции? В Турции, в аэропорту Ататюрка Стамбула. Это было примерно месяца 4 назад. Он не попал на свой следующий рейс, он не попал на эту конференцию, он вернулся назад в Израиль. Первое, что он сделал, это он связался с такой организацией Шабак, это внутренняя контрразведка. Он им все это под камеру рассказал, они ему задавали вопросы, он на них отвечал. Собственно, на этом дело закончилось. Угу. Я помню, ты как-то еще писал в своем блоге по Грузии, что и там контролируется вся ситуация. Да. В Грузии меня задерживали при каждом въезде и выезде из Грузии. Причем началось это примерно... То есть они могут это делать по любому человеку, если есть такой запрос из Баку? Конечно. У них есть договор, и Грузия на самом деле делает это, исходя из этого юридического договора. То есть они меня задерживают на границе, затем они связываются с соответствующей структурой Азербайджана, то есть, я так понимаю, с международным отделом Генпрокуратуры Азербайджана, и говорят, что вот Лапшин в данный момент въезжает в Грузию, что делать? Арестовывать или пропускать? Я припоминаю, что задержка была где-то от 15 минут до 2 часов. По-разному это происходило. В принципе, я знал, что происходит. Я также знал от, скажем так, от российских людей, которые, скажем так, мне симпатизируют и имеют информацию из глубины Генпрокуратуры Грузии. То есть они говорили, что
Азербайджан действительно может в любой момент дать команду тебя арестовать, и грузины должны это выполнить на основании межгосударственного договора. Но Грузия не хочет это делать, потому что это будет скандал. То есть спецслужбы Грузии хорошо изучили мою ситуацию. Они знают историю с Лукашенко, они знают, к чему это все привело. Они знают про суд в Страсбурге. И Грузия — это не Беларусь. То есть они этого всего не хотят, и они дают понять Азербайджану, что мы вам будем передавать информацию о въездах и выездах Лапшина, там, о наличии, недоличии Лапшина недвижимости. Или там Иванова передавать. Но вот этих всех вот арестов, вот этого скандала нам не нужно, а тем более сейчас, когда они еще разругались с Россией. То есть если сейчас меня арестовывают в Грузии, ну, я не знаю даже, что будет. То есть Россия этим воспользуется на полную катушку, и Грузия, я думаю, понесет большой ущерб от этого. Но мне, опять же, объяснили, в том числе и в Армении, что грузины, конечно, они меня не выдадут. Скорее всего, они меня даже не арестуют, если даже Азербайджан очень попросит. Но они могут сделать другое. Они могут сказать, что вот сами можете с ними тут делать, что хотите. Слушай, неужели действительно такая прям тесная связь очень между спецслужбами Грузии и Азербайджана? Ну, во-первых, Грузия, как это ни странно будет звучать, достаточно коррумпированная страна. Просто одна стремится в Европу, другая сидит в султанате. Ну, нельзя забывать, что Азербайджан — это главный инвестор в Грузии. Ну, если с этой стороны смотреть, главный то да. Главный инвестор Грузии. А как же ж Европа тогда? Европа главным инвестором не является. И второй момент, надо вспомнить про Афгана Мухтарлы, который исчез в Тбилиси и вдруг материализовался в Баку. Да. И что-то такое они со мной... Пример. Собственно, провернуть могут. То есть грузинская полиция, а там коррупционные связи с Азербайджаном достаточно сильные, несмотря на Саакашвили. Ну, Саакашвили уже достаточно давно нету. И система, построенная им, начинает потихоньку рушиться. И они могут просто банально сообщить, где я нахожусь в определенный момент времени, передать какую-то оперативную информацию, что Лапшин находится в такой-то гостинице в Тбилиси, и, соответственно, азербайджанцы могут что-то сделать. Причем есть еще одна версия, которую услышал, кстати, как ни странно, от израильтян. Израильтяне люди, я бы сказал, довольно неглупые и циничные. И они мне сказали так, что мы тоже не рекомендуем ездить в целый ряд стран, среди них Грузия, Украина, Молдова, то есть страны СНГ, кроме России, которая по конституции меня выдать не может. И сказали, что азербайджанцы могут в этот раз поступить умнее. То есть не лезть в этот скандал с арестом, а, например, подбросить наркотики в отель, в котором будут находиться. То есть это мне сказали сотрудники госбезопасности. Но обычно они наркотиками пользуются внутри страны с оппозицией. А здесь они могут подбросить здесь... и арестовать меня руками грузинской полиции. И потом я буду доказывать, что это не мои наркотики. Либо они сказали, ты любишь брать в прокат машину, можешь случайно сбить бабушку, условно говоря, да? Азербайджанской национальности, которая случайно тебе под машину попадет. То есть они говорят, возможно, всякие разные варианты, азербайджанцы на тебя имеют большую обиду, а учитывая их менталитет и вот это вот кавказо-мусульманское понимание жизни, они могут на это пойти. А поэтому я обо всем этом вынужден всегда думать.